Автомобили не слишком изменились. Так, эта статуя внушает людям одну мысль. Все в руках Божьих. Тоталитаризм – окончательный итог любой идеологии.
на арсенале Венецианской республики написано: «Счастлив тот город, что в мирное время думает о войне».
По этике материалов идет классовая борьба.
Балет Большого театра – это вселенная фантазии, средоточие волшебства, красоты и романтики. Это мир грациозных балерин, величественной музыки и роскошных костюмов. Спорт не формирует. Лучше сражаться за что-то, чем...
если вы продолжите... Почему женщина должна относиться...